Контрафактный товар на сумму почти 5 миллиардов белорусских рублей, который был выявлен в мозырском детском гипермаркете «Карикидс», пойдет в доход государства. Таково решение экономического суда Гомельской области. В конце сентября при проверке торгового объекта правоохранители выявили почти 38 тысяч изделий и товаров, а это детские вещи и продукты питания, которые реализовывались без документов, подтверждающих приобретение и поступление продукции в магазин. 23 сентября сотрудниками АБЭП Мозырского РОВД был выявлен факт реализации в магазине «Карикидс» товара материальных ценностей без документов, подтверждающих приобретение и поступление в реализацию. На момент проведения проверки в магазине отсутствовали какие-либо сопроводительные документы на весь реализуемый в большом ассортименте количестве товар, такой как детские вещи, игрушки, обувь, коляски, питание, подгузники и прочее. По результатам проведенной проверки в отношении иностранного предприятия «Кари Обувь» был составлен протокол об административном правонарушении по части 4 статьи 12.17 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Магазин был опечатан, а на весь товар наложен арест. Пока шло разбирательство, руководство магазина все же предоставило сопроводительные документы, но в них были найдены ошибки и неточности. В итоге, кроме конфискации контрафакта, суд постановил привлечь владельца торгового объекта к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 базовых величин. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».